Мы в парке Кадриорк в субботу, около беседки. Покажу вам упражнение выстраивания правильной структуры тела. Посмотрите, длинный шестик, можно длиннее брать, потяжелее, экспериментируйте. Да, руку можно так ставить, можно так ставить. Главное, чтобы конец был больше тяжелее. Да? Не посередине брать, не так брать, а брать именно коротенькое движение. И начинаем подбрасывать сначала. Раз. Подбросили. Стараемся, чтобы шестик был все время горизонтальным. Да, высоко не бросайте, чуть маленький отрывчик. И видите, опять горизонтальная позиция. И теперь перебрасываем в другую сторону. Раз. С этой стороны. С этой стороны. И переброс. Раз. Да. Стараемся сразу, чтобы шест был горизонтальным. Чтобы он не клевал вниз. А если он падает вниз, значит я не успел эту руку поставить. Значит, контур немножко подломался. Да? Если клюнуло, значит подломался контур. И теперь самое интересное, это бросаем на другой конец. И получается такой круг. Немножко круг внутри меня. Да? И самое интересное, что получается, что мы этот шест положили внутрь тела. И он внутри тела крутится. Да, если вы немножко потренируетесь, вы это почувствуете. Его даже видно, да, что он туда нырнул. Раз и нырнул. Раз и нырнул, например, можно удар сделать. Да, попробуем в другую сторону. Вот сейчас соскользну чуть больше. Такое положение, да, можно такое, видите, руки расслабленные, ноги расслабленные, движения подвижные, да, и впоследствии, когда вы будете делать движение, вам будет понятно все цигуновские положения, все движения проявления активной энергии будут хорошо наработаны, структурированы и соединены. Парк Кадриорк, Григорий Киселев. Приходите в субботу заниматься. 10:30. Мы вас ждем. До встречи.